прошлый раз я ходил вот по той горе. Сейчас по солнцу где-то в районе 4 часов. И крестик. Причем глазами нашел, не прибором даже. Вот он. Зелененький. Тоненький. Сейчас я его выпрямлять не буду. Вижу трещину у него вот здесь вот. Поэтому вот прям в таком виде положу, а дом будет ясно, как его распрямить. 30 градусов сейчас. 4 часа дня. Обошел я другую гору вот так вот. Ноль. Один только крестик. Вернулся к той горе, с которой я начал. Бабац. И вот вопрос. Почему богатство сконцентрировано здесь? И вообще предметы. Кстати, на горе меня удивили в большом количестве камни. Вот это интересно, что они там делают. Быстро последовали доказательства траектории вдоль горы. Бабац, монетка. Сейчас я ее помою и посмотрим, кто это. Ну что, оказалось, это обычная копеечка. Но после Петровской копеечки это уже не находка. Поэтому надо искать выше. Дует сильный ветер надо мной. Вот такая вот тучка. Циклон такой идет. Но я не об этом. Я о горе. Вот подошел почти к горе. И прямо на поверхности глазами. Вот такой вот крест. Вау. Сейчас я его отмою. Это просто не настолько необычная находка глазами. Такого размера кресты в моей местности я еще не находил. Это просто вау. Вот это да. Красавец. Интересный сигнальчик. И всем любителям комочков. Не угадал. Не угадал. Не угадал. Ай. Ну вот ты хоть расшибись, не понимаю, как они сюда попали? Вот как она сюда попала? Ну как? Вот так вот. Ну ладно, это похоже обычная копейка. Думаю, и мыть ее неинтересно даже. Первый раз за два похода попалась советская монетка. Скорее всего 3 копейки в районе 30-х годов. Ну прям угадал. 1930 год. 3 копейки. Как всегда, как новенькая. И сколько здесь у нас лент? Оу. Может быть интересная. Эх, ладно. Пора, наверное, уже собираться. Выехали с другасиком копнуть чуток. Ветер просто жуткий. Не знаю, что будет слышно. Но вот так вот. Первая находка.
еще ко вчерашней бусине. Кстати, вот вчера нашел янтарную бусину на горе. Но камеру я не брал. Но вот такая вот бусинка. Классная. На Руси погода успокоилась. Ветер стих. Хотел было уже уйти с этого поля. И чуть было лопату в монету не воткнул. Вот она, зелененькая. Солнышко даже засветило. Надо идти переодеваться. Сейчас я ее попробую чуть-чуть отмыть. Хоть приблизительно посмотреть, кто это. В общем, на данный момент нечитаемая, зеленая. Но вижу то ли Николай Первый, то ли... Дата просматривается 1800, то ли 40-й, то ли еще какой год. Ладно, почищу, будет ясно, кто это. Очень часто такое бывает. Идешь так, и глазами прям видишь. Лежит. Ха. Лежит. Нетронутая. Хоу. 35-й, что ли, год? 20 копеек. Ха-ха. Ладно, надо идти переодеваться, очень жарко. Стало, ветер стих. Придется здесь еще полазить. Третья монетка. Пускай отмокает. А, на Руси становится жарко. На Руси конкретно стало жарко. Пришлось вообще переодеться полностью. И... Ах ты! Колесиком от керосинки. А так красиво лежало. Ну ладно.